В апреле ты впервые показал свою дочь. Yes. Ты выложил в Инстаграм. Ну, не впервые, там до этого были фоточки разные, но прям полноценно сказал об этом, да. Просто я хочу быть максимально, вот, чтобы мне было легко, чтобы меня не болело, знаешь, ни за что. Плюс Софи уже 6 лет в августе будет, то есть, ну, и в школу можно через год идти, уже можно идти. Я не хочу, когда я приду там в школу, чтобы, ну, я шел с ней и там подумали, что это какая-то моя сестра или прочее. Все, я хочу, чтобы все об этом знали, и все.